Июнь 15 года в основном продолжается великое отступление русской армии, и на протяжении практически июня была оставлена Галиция. Ее примерно месяца 3-4 завоевывали и оставили примерно за месяц. Немцы на 10 дней остановились после Горлицкого прорыва, затем они взяли примерно за неделю Перемышль, который полгода русские брали до того. 7-15 июня шла битва за Львов, основной центр Галиции как раз. И 22 июня после тяжелых боев русские войска оставили Львов, после чего немножко переключились на Польшу германские войска, и в процессе боев 26-29 июня, в общем, к концу июня был захвачен Люблин. Остальную часть Галиции в основном без особых боев оставили. То есть к концу июня, примерно когда Швейка уже посылают на фронт, вот Галиция она опять взята австрийцами. В тылу, ну вот турки армян обвиняли в поражениях, а в России обвинили немцев. В Москве в июне произошли немецкие погромы. Позднее это все скрывалось. На самом деле серьезное было мероприятие, серьезные события. В начале мая был этот Горлицкий прорыв. Вот под то, что газеты все пишут об отступлении, газета «Голос Москвы» начала призывать выслать немцев, якобы они шпионят, которые в Москве находятся, этнических немцев, а также закрытие всех предприятий, которые принадлежали немцам. В принципе, 11 января 2015 года уже вышел закон о закрытии всех фирм, которые принадлежат подданным Германии либо Австрии. Но они, в общем, не закрывались, сроки эти постоянно переносились, собственность переводили на подставные лица. Кроме того, было много этнических немцев, которые были гражданами России, причем к ним относилась также императрица. И вот по поводу императрицы уже тогда начали распространять всяческие слухи, что она работает на немцев и потому поражение на фронте. 9 июня 2015 года в Москве среди рабочих стали распространять слухи о том, что немцы воду отравляют. 9 июня уже была драка на ситцевнабивной фабрике, где избили управляющего. А вот 10 июня были уже крупные события, бастовали все заводы, то есть погромы проводил именно пролетариат, и причем пролетариат, скорее всего, именно революционно ориентированный, и, возможно, революционные партии приложили руку, потому что при этом они ругали немку императрицу, требовали отречения некоторых императора Николая и так далее. То есть обычные революционные требования были у этих самых погромщиков. Потом, естественно, большевики, поскольку интернационалисты, они вообще эти события умалчивали, что они были, но это действительно реальный московский пролетариат, массово все заводы бастовали, все пошли бить немцев. Причем, поскольку они не могли определить, кто немец, они всех с иностранными фамилиями били, и даже некоторых без иностранных фамилий, просто за то, что буржуй. Попытки разгонять это все полицейскими ни к чему не привели, потому что полицейских тоже побили всех. 11 июня ввели войска, и войска в течение 11 июня прекратили погромы. В процессе этих событий 10-11 июня 5 человек немецкого происхождения убили, из них 4 женщины. В основном не убивали, в основном погромили. Погромили 475 коммерческих предприятий, пожары пошли, потому что все перепились, какую-то аптеку немецкую взяли, и там спирта много нашли, и все пьяные потом ходили, и немцев били. 113 подданных Австрии либо Германии пострадало, 489 российских подданных с иностранными фамилиями и 90 российских подданных даже с русскими фамилиями за компанию побили. Привело это к тому, что все немецкие предприятия, естественно, в Москве позакрывались, потому что думали, что будут рано или поздно все равно громить. Возбудили уголовные дела, никаких виновных не нашли, никто никаких убытков не возместил и никого из участников погрома не судили.